Так, в Ледовом дворце продолжается моя нефтехимик. На вбрасывание Евгений Кузнецов. Евгений Кузнецов, он вернется второй, Владимир Костенко. Но шайба игроков СКА, счет 2-2. Идет овертайм матча СКА нефтехимик. Нефтехимика 2 минуты получил один из игроков. Но вот похоже и у армейцев такая же история, да. Сажают Плотникова, 16 номер, а у нефтехимика 51 номер. Посажен на лавку. И получается без 5 секунд одинаковое время штрафа. Они будут... Ну, 2 на 2 не играют, стало быть, они будут продолжать играть 3 на 3. Я имею в виду игроков и команды. Команды, в смысле. Игроки-то остаются. Ну и команда остаются, да. Шайба тем временем в зоне СКА. Вбрасывание в зоне СКА. А до конца овертайма 3 минуты 15 секунд. Опять свисток. Кто-то там опять какое-то объявление прозвучало, но вроде вбрасывание вновь будет в том же месте. Но шайбу выбросить удалось армейцам, причем сейчас она в зоне нефтехимика. Грицук борется, пытается побороться, 81 номер, но нефтехимик не тянет. Передача, входит в зону, 91 номер. Там подножка, что ли, кто-то пай, судья уже упал заодно за компанию, но вроде ничего. А вот перехватил 51-й Митянин у нефтехимика выброшенную шайбу. И шайба опять до места. Вот выбрасывает и выход Григоренко. Это поворот Григоренко, но... А Грицука, Грицука, первый номер, первую букву 81-го номера. Но ничего не случилось, Загидулин на месте. А тем временем показывают опять удаление, я так понимаю. Лидианжело наш из Северной Америки, приехавший долгое время, там только игравший. Ну, как сказали, влился в команду уже. А, удар. Удар был. Штрафной бросок, наверное, счастье. Тем временем судьи уже не удаляют, а штрафной бросок. А выходит 92-й номер, это наш любимый Евгений Кузнецов. В своей манере, не торопясь, подходит к воротам, разыгрывает. И попадает ли победа СКА? Попадает ли этот ворота? Вот все радуются, император радуется, болельщики радуются. Полетела какая-то фигня. Сработал в этот раз. Ну ладно, сегодня победа. А тем временем игроки благодарят друг друга за игру. Счет 3-2. Дружка. Отличился Евгений Кузнецов. А вот птичку мы пока не успели увидеть. Вот. Игроки благодарят друг друга за игру. Да, нефтехимик оказался крепким орешком, но СКА удалось его раскусить. И вот Барсиси секции фигурного катания. Ого! Неплохой наряд. С флагом победа, Борисовский, Голенюк, Вася Глотов идет, прощается с коллегами. Тем временем мы заканчиваем трансляцию из Ледового. С вами был Станислав Елагин, а сейчас мы ждем кувырок. Кувырок знаменитый «Коня огня». Только я хотел закончить, но кувырка-то мы еще не увидели. Сейчас мы должны дождаться кувырок «Коня огня», талисмана хоккейной команды СКА. Вот он долго готовится, а вот погас свет, а вот и разбег, кувырок.
отлично, все. Теперь все формальности соблюдены, игроки благодарят болельщиков за поддержку. Сегодня в Ледовом была отличная атмосфера, зал битком. И зрители дождались победы своих любимцев. Ну и на этом мы будем заканчивать репортаж. До новых встреч на спортивных аренах. С вами был Станислав Филагин. Привет, дорогие.